Привет, друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Жанна. Итак, мы с вами находимся в Санданске. И сегодня немножечко опять прогуляемся по одной из местностей города. Ну, опять центральная, немножко, чтобы вы имели представление, как из себя выглядит город. Смотрите, вот сзади меня находится базар, вот там, если видно, забор и район, так сказать, базара. Сам базарчик я вам покажу в следующем видео, чтобы вы просто ориентировались. Вот с другой стороны сзади меня тоже, вот если туда пройти, то находится аллея дипломатов. Вы ее тоже у меня видели в одном из видео, когда мы ходили зимой, когда выпал снег, очень было все красиво. Ну что ж, давайте гулять и смотреть, что же, как у нас здесь все немножечко выглядит. Как я говорю, когда я смотрела нам снять квартиру, представления не имела вообще, что из себя представляет город. Смотрите, вот если в ту сторону идти, это как раз выйдем мы вот прямо-прямо на улицу Македонию и к парку. Это будет в ту сторону. Так, а улица называется, вот, кстати, Христо Смиренский. Опять же, если будете смотреть, здесь уже парковки платные. Вот смотрите, синяя зона, значит, нужно платить с 9 до 6, с понедельника по субботу, а в воскресенье бесплатно. Ну, вот там нужно отправлять смс-ку, кстати, вот гири вешают, да, вот как на картинке нарисовано. Видели уже не раз такое дело. Я сейчас не пойду вот так по этой улице, но вот видите, я говорю, что не нравится здесь, вот тротуаров практически нет, вот нам очень сложно ходить, например, с мамой в Биллу. Но мы ходим вот по параллельной улице, да, это вот как раз где аллея дипломатов, и вот по ту сторону речка, и вот город делится на две части, как бы, да, там вот в той части мы с вами еще не были, обязательно пойдем. Как мне уже объяснили, в ту сторону будет один из хороших районов, где находится Поленица, а вот в той стороне как раз вот базар, на другую сторону немножечко другая часть города, и вот мне сказали, что там находится цыганский квартал. Так что посмотрим, что он из себя представляет как-нибудь. Здесь вы уже видите сравнительно новые дома в перемешку. Вот они здесь находятся. Здесь также вот гостиница есть. И ну вот что-то вот для аренды. И ну вот и в перемешку с домами местных жителей. Сейчас давайте немножко пройдем. Я хочу подняться отсюда и вверх, чтобы вы видели, что вот еще одна у нас киска. Очередная. Кися, Кися, привет. Быстрее, быстрее, бегом, 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 машина едет. Давай, давай. Коты здесь вообще очень такие нагленькие. Некоторые орут, по ночам спать не дают, да? Да, киса. Ой, какой маленький, хорошенький котеночек. Он, наверное, здесь живет. Он, наверное, хочет запрыгнуть сейчас. Ну, давай, беги, беги. Ну, прыгай. Они практически вот все вот так в домике заскакивают в калиточке. И, ну вот, немножко, видите, опять домики. Все то же самое практически. Вот, лезет, лезет, лезет. Ну, молодец, молодец, маленький. Так вот мы с вами ходили сверху над, скажем так, парковой зоны. Вот, то есть здесь, видите, тоже, ну, почти здесь домики есть. Немножко уже, наверное, побольше, да, этажей. И здесь вот сравнительно еще плоско. Вот я вам о чем говорю. Вот эта часть, вот там у нас вот будет как раз вот улица Македония. И уже с той стороны у нас начнется резкий подъем. Там все вот так вот, вот ступенчато. А вот эта часть, вот еще по эту сторону Македонии, как раз сравнительно плоско. Здесь можно, можно сказать, ходить, не напрягаясь. Так, ну вот смотрите, вышли на еще одну улицу. Вот с этой стороны, да, то есть вот, ну, представление, чтобы имели, какие улицы, дома, что вот здесь можно, если, я говорю, кому-то снимать, кому-то, ну, кто-то захочет что-то купить. Вот здесь находится, кстати, вот один из офисов риэлторов, и также вот мы ходим сюда на массаж к Эмилии. Кстати, как-нибудь покажу вам саму Эмилию, очень... Мы с ней подружились, хорошо делает массаж, маме очень нравится. Вот здесь ее офис, и можете тоже обращаться. Она делает разные виды массажа, замечательный просто специалист. Не реклама, просто вот чисто говорю вам. И ну вот ее офис, еще раз, сегодня выходной, и она не работает. Так, вот офис агентов, тоже ребята, да, с которыми вот тоже познакомились. И квартирки мы с вами смотрим. Поэтому вот можете подходить, знаете, где это у нас улица Хан Аспарух называется, вам для ориентации. Ну вот видите, уже на горизонте у нас отель Санданский снова.
Вот тут еще вот немножечко обзорчик с этой стороны. И давайте пойдем вверх и немножечко посмотрим все-таки, что у нас идет выше за улицей Македонии. Вот как там подъем идет и что там, какие там дома можно посмотреть. Там уже вот более будут такие же, как и вот где справа мы с вами ходили, многоэтажные, чуть побольше, повыше. Ну вот опять смотрите, да, вот у нас тут все достаточно плоско, много вот аптек находится вот именно вот в этой части города, да, много аптек, разных как раз магазинчиков, все здесь, разные конторы, адвокатские, маникюры, педикюры, парикмахерские, все находится в этой части города. О, вот прикол, смотрите, в машине морда такая напугала. Ну и вот смотрите, какие дома, опять какие домики. Вот велосипедисты, кстати, очень много на велосипедах, нужно быть осторожно. Здесь хоть и есть велосипедная дорожка на Македонии, она выделена, но никто вот не смотрит. Все едут, все идут по ней, поэтому велосипедисты между пешеходами иногда бывает очень-очень быстро ездят. Поэтому если с маленькими детьми, будьте осторожны. Сами чуть видели, однажды чуть не наехали на маленькую девочку, напугали, конечно, всех просто. Ну, смотрите, тоже есть вот такие дворики симпатичные. Видите, вон там делают летом барбекю, виноград. Расцветет все, конечно, будет все очень красиво. Сейчас все выглядит... А вот смотрите, вот один из новых домов. По-моему, мы там что-нибудь посмотрим. Ну, просто, чтобы вы приценились и знали, да, сколько, почем квартирки... И что можно здесь найти? Вот это самый-самый центр. Ну, смотрите, вышли на Македонию. Так, и просто немножко я вам показала, как бы это, вот вся вот эта зона, вот считайте, вот базара и до парка, она вот, вот такими домами выглядит. То есть в основном старые дома, ну, уже повыше такие, вы видите, трех, четырех, пятиэтажные, в перемешку с более новыми. Так, ну, смотрите, мы сейчас с вами... Пойдем здесь, кстати, у нас находится вот с этой стороны русский магазин. Видите, сколько там ступеней, да, идет вверх. Вон, сейчас я вам приближу чуток. Я просто сейчас туда не хочу прям идти по этим ступенькам вот вверх, потому что я вам хочу показать немножечко, где у нас другой подъем, и там просто базилика как раз, и мы поднимемся. Посмотрим тот район наверху и заодно уже, чтобы вы видели достопримечательность местную, да? Я сейчас вот так вернусь и заверну налево. Так, ну вот мы идем, просто хочу показать, видите, сколько народу, так как очень часто вы спрашиваете, насколько город оживлен, насколько здесь весело, видите, вот с детьми, вот это, кстати, у нас раскопки, да, здесь находятся, но сама базилика, она спрятана слегка, я вот вам хочу показать, так как мы сами ее не сразу тоже нашли, я не знала, где находится, как пройти, сейчас покажу. И вот видите, да, кафешки заняты, вот здесь, кстати, была хорошая кафешка, вот она сгорела. Практически дотла. Но все восстанавливают, я думаю, до лета восстановят. В общем, вот так. Это у нас сегодня выходной день. И вот так выглядят практически каждые выходные. Суббота и воскресенье, когда на улице нет дождя. Хорошая погода. Сегодня вот у нас опять плюс 13 градусов. Вот, поэтому город живет. Почему я говорю, хорошо. Небольшой город, но жизнь здесь кипит. Она не затухает. Вот, как говорят на морских побережьях, вот так у нас здесь всегда выходные. В будние дни, конечно, поспокойнее. Ну вот смотрите, археологический музей. Опять же, с 9 там, до 6. Перерыв с 12 до часу. Вход у нас там стоит сколько? 1 лев, по-моему. Для... Ну что там, 1-3 лева. В общем, я не знаю, нужно посмотреть поближе, подойти. Вот. Здесь можно посмотреть сами раскопки. Мозаика вот тут есть. Но сейчас все отсвечивает, наверное, не видно. И мы сейчас с вами вот пройдем как раз к базилике. Опять вот здесь вот очень мне нравится вот этот вид на горы. Ну, кто может уже узнает, минеральный источник, да, Чинар. И вот мы сейчас здесь как раз хотите вот когда, если пройти вот к этим раскопкам дальнейшим, да, базилика. И вот за ресторан сейчас мы завернем. И как раз там выйдем. Так, наверное, я могу пройти через ресторан, но я пройду через парк. В принципе, видите, был проход здесь. Ресторан, не знаю, откроется, наверное, в сезон сейчас закрыт. Я немножко прошла вот так через скверик. Так, и вот идем. Смотрите, вот наша базилика. Улица здесь называется Марабунева. Вот, то есть, и вот здесь вы как раз найдете вот
основную, так сказать, достопримечательность города. Сколько у нас там вход? 2 лева стоит. Вот. Ну, кому интересно, пожалуйста, смотрите. Вот часы работы. Так, посмотрели, да? Ну и вот она сама базилика. Вот это, кстати, шар, гольф, он был в парке. Там была информация для туристов, видно, его, наверное, сломали, смотрю, сюда перенесли. Я все еще хотела поснимать, когда он еще там был, но вот убрали. Так, ну вот, видите, да? Так, ну и мы сейчас с вами пойдем туда вверх. Вот там, видите, да, перемешка, вот уже стоят многоэтажные домики. Новые в основном. Ну, видно, там будет еще и старенький. Ну, видите, да, что как бы у нас вот по эту сторону Македонии идет уже вот это все вверх, возвышенность. Так что пойдемте посмотрим, какие там улочки, дома, как это все выглядит. Так, ну вот смотрите, от базилики мы прошли, и чтобы вверх вот нам подняться, да, к тем домам, нужно пройтись вот по этим ступенькам. Здесь можно с этой стороны подняться, а можно также и с той стороны, у нас тоже есть ступени. Ну, пойдем здесь, так как нас это поближе, чем с той стороны. И, ну, вот что здесь. Как бы кусты, не знаю, что за кусты будут, когда настанет тепло. Так, и с этой стороны, вот я тоже не знаю, что это за территория. Там, видите, вверху у нас виднеется церковь. Такая вот основная, наверное. Все-таки, ой, мне очень сильно светит солнце. Не могу снять путем. Вот просто не знаю, что это такое. Вот сейчас у нас солнышко чуток спряталось. Какая-то территория, вот, видите, загороженная. Поэтому не знаю. Так, ну вот еще раз отсюда такой немножко опять панорамный вид на город, дома. Вот мы поднялись, да, с Македонии. Вот я говорю, видите, вверх, и здесь у нас опять еще выше. Нужно идти еще выше вверх. Вот такой интересный рельеф в городе. От Македонии до речки практически по одну сторону плоско, а по другую сторону уже подъем. После речки вот на той стороне, да, опять мы видим нас с вами. Там тоже, видите, все как домики стоят по холмикам. Так, а здесь вот, видите, открыто, в принципе, ворота. Но не буду заходить, смотреть, а что там именно. Просто, ну вот новые дома кто-то спрашивал. Вот, не знаю точно, почем здесь квартиры. Там где-то вот я смотрела, по-моему, 500-700 евро за квадратный метр. Где-то вот такие расценки. Вот. И опять ступени. Так что поднимаемся еще выше с вами. Так, ну вот. Так и не знаю, что это такое. Вот сейчас. Ну, давайте дальше пойдем. Мне кажется, это, да, это территория церкви, собора. Так, ну ладно, идем. Так, ну смотрите, ребят, это церковь. Если вот туда, обратно, как бы нам вниз, мы с вами спустимся к улице. Так, забыла, вот я Свобода, по-моему, да, где у нас двойное движение с одной стороны и с другой стороны, и как раз по прямой там выйдем к Кауфланду. Ну, там еще далеко идти, как бы. Мы туда тоже как-нибудь сходим, когда мне в Кауфланд надо будет, я пешочком пройдусь. Просто здесь, смотрите, вот мы сейчас поднялись, и вот снова вид на ту сторону опять, да, и так, ну вот я не знаю, где там это Поленица, или Поленица, наверное, называется район. Вот туда мы с вами доберемся как-нибудь. Я вижу, там дорога есть идти. Ну, и где-то 2-3 километра, по-моему, туда идти. Так, ну и давайте смотреть здесь. Вот видите, написано санаторий, стадион в той стороне. Мы с вами там гуляли, помните, в одном из видео в тех краях. Я вам показывала. Опять, видите, как красиво на горы. Не могу я вот эти горы, конечно, вид везде. Вот здесь наверху просто обалденный. Вот. Вы знаете, вот там вот очень вот такой резкий взъемчик. Вот по той улочке. Давайте покажу вам сейчас. Просто так прям очень круто подъем. Сейчас немножко вы посмотрите. Просто, я говорю, вот местность, чтобы вам понятно было, как здесь все вот так холмисто очень. Вот, посмотрите, видите, какой взъем. Вот. Я туда не хочу идти, потому что мы как бы вот с вами гуляли по той стороне, вот там, да, вот туда, где у нас остался
на стадиону, вот так вверх, мы прошли с вами до самого-самого верха, поэтому, ну, в принципе, видите, что там у нас все однотипное. Ну, вот опять садики, домики, и... А вот здесь уже вот больше, видите, какие-то новые дома стоят. Вот давайте посмотрим. На той стороне, да, по ту сторону, где вот эта Поленица, там прям новостройки такие крутые. Вот поэтому давайте немножко посмотрим, что у нас с вами с этой стороны. Основная, вот очень густая там застроенность, вот тоже будет там. Ну, давайте немножко вверх пройдемся. Сейчас вы эту улицу уже увидели. И посмотрим, как вообще здесь все обустроено с этой стороны города. Что здесь интересного? Ну, тоже есть хранительный магазин. Это у них продуктовые, так называются. Это просто вот как раз такая часть города. Ну, вот видите, снова, да, дома, вот где более старая часть города, старые домики тоже. Вот я смотрю, тоже все идут дома. Так, ну вот это у нас, наверное, здесь козы или кони прошлись. Здесь, наверное, где-то вот должна быть школа. Там была спортивная школа, как мне сказали, а здесь... А это уже, может быть, обычная школа. То есть, ну вот видно, явно школа, там вижу детки. Вот. Поэтому, ну сейчас мы с вами дойдем и, наверное, завернем чуток налево с той стороны. Так, ну вот мы идем, там улица, по-моему, было название «Царь Самуил». Опять, вот просто хочу показать, видите, на некоторых домах, конечно, вот есть такие объявления о продаже, поэтому можно ходить, смотреть самостоятельно, но очень редко, честно скажу, потому что сколько мы искали, было таких объявлений мало, и как мне сказали, что да, вот в этих... дома, где живут в основном местные, достаточно сложно что-то найти в аренду или на продажу. Потому что люди здесь живут, и видите, это не пустой город, да, он не затухает, это не сезонно, поэтому вот в этих домиках достаточно сложно что-то найти. Но нам показывали тоже предложение, говорю, мы сняли в одном из таких домиков, и чем хорошо, у вас может оказаться небольшой вот садик. Как у нас тоже с садиком, но, правда, мы не любители этого всего дела, поэтому нам вот вообще никак. А если кто любит, вот, может быть, и можете что-то снять и уже что-то вырастить. Но здесь, конечно, не будет видов. Видите, вот дома, они живут друг к другу, поэтому вид, ну, вот, вид будет на соседний, да, дворик там, на соседние домики. Сейчас еще, вот видите, здесь уже как бы и на ту сторону города тоже особо вида нет. Просто вот такое расположение, так все выглядит. И, ну вот что заметила, достаточно тихо. Вы тоже слышите, да? Но где-то вот играет, вот слышно вам или нет, не знаю, музыка есть. Но вот так, чтобы там какая-то орущая. Вот я говорю, сегодня выходной как раз, люди дома, кто-то гуляет там, кто-то дома сидит. Но вот таких вот сумасшедших там рэпов молодежных на улицах вот не слышно. Сколько вот мы с вами ходим, сколько я ходила, слышно ничего не было. Достаточно тихо, я говорю, потому что, наверное, все-таки в основном пожилое население и молодежь, наверное, как-то все-таки, ну, уважение какое-то есть к людям старшего возраста, поэтому ничего не играет. Вот достаточно тихо. Мы с вами продолжаем путь. Это не Саратов, конечно, ходить очень сложно, холмисто. Вот смотрите, еще виды, просто там вижу, смотрю, Лада стоит, наша старенькая. Ну вот, видите, да, и просто еще раз смотрите, достаточно тихо. Мы с вами сейчас, я хочу добить, все-таки дойти еще до вот того верха и посмотреть, что там у нас, какой там будет вид. Домов на горизонте там не видать уже. Но будем подниматься, здесь опять брусчатка. Очень сложно идти. И, кстати, тоже здесь есть как бы вот бездомные собачки, но во дворах особо я не вижу собак, поэтому тоже на вопрос, есть ли вот этот лай, есть ли, страшно ли вот сколько здесь собак. Вот в Греции мы были, там очень много было бездомных собак, очень прям стаи. Но, правда, тоже достаточно спокойные они были, собачки. Вот здесь я не вижу этого. И лай собак я тоже не слышу. Единственное, занудные коты. Котов очень много, и они бывают вот по ночам прям орут так. Орут. Ну, не знаю, может, сейчас сезон у них, хоть и февраль, может, они уже чувствуют весну. А собак не слыхать. Так что вот так. Фух, да, царь Самуил.
Вот, мы с вами прошли. Где-то, интересно, где-то мы с вами оказались. Здесь у нас уже все вот закончилось. Так, сейчас еще немножко. О, опять панорамка. Сейчас я пройдусь, еще, может, где-то найду получше вид. На крышу вот этого дома надо бы залезть, чтобы вид хороший был на город. Так, ну и вот, это какое-то ателье, я не знаю. Так, ну там еще есть домики, да, уже с той стороны, наверное, уже у нас пустырь будет. О, практически в самый край города взобрались. Вот так-то. Так, вот еще один вид сверху практически на вот ту сторону города справа, да, то, что нам не видно было от стадиона и парковой зоны. Так, ну вот можно туда немножко пройти. Сейчас хочу посмотреть все же, что же у нас там за вид на той стороне, по ту сторону. Мне интересно посмотреть. Здесь просто как-то заброшено все немножко. Ну, хочу глянуть. Город остался позади меня. Вот тут все-таки нашла я тропу, можно пройти. И у нас с вами, ну вот, я думаю, дальше уже не стоит идти, потому что здесь такие вот полуразвалившиеся домики. А с этой стороны у нас, смотрите, вот, видите, какой вид на долину. Там, наверное, поля, что-то выращивают. Здесь уже вот идет какой-то овраг. И вот, в принципе, все, да, у нас город закончился, считайте, с этой стороны. Там у нас тоже вот какие-то, не знаю, сараи или еще что-то. И вот уже здесь слышно собаки, вот это самый край города. Вот, наверное, вот кто-то как раз спрашивал, там вот хочет покупать дома в селах, в деревнях, да, и вот кто-то писал, что в деревнях, наверное, вот эти вот собаки вот практически в каждом дворе будут, и лай целыми днями. Ну вот видите, мы с вами в самый конец пришли, здесь, где я вот уже говорю, здесь больше уже похоже на деревню, с этой стороны уже, да, и слышно, вон собачки там в каком-то дворе гавкают. Ну, в принципе, вот сколько ходили по вот там, да, частям города, было тихо и спокойно. Ну, здесь вот у них что-то как-то пустырек. Вот, ну, это, считайте, вот он, край города, все. Я вот вам, говорю, залажу всегда во все места. Интересно, самой тоже всегда здесь ни разу не была, еще не смотрела. Ну, вот я говорю, туда уже не стоит идти, там ничего нет справа. И ни вам, ни мне ничего интересного, мы уже видели, да, там у нас долина такая. И вот еще раз с этой стороны. Вот, ну, в принципе, все. Сейчас давайте вот с той стороны немножко спустимся, посмотрим. Если что-то еще интересное увижу, то покажу. Так, смотрите, нашла немножечко еще такой кусочек между домами, где можно посмотреть. У нас опять вот на другую сторону, чуть больше. Мне, по-моему, мы еще с этой стороны вот эти все домики видны. Вот там туда вот дальше, если к самому въезду в город, я тоже похожу, поснимаю, там как бы район Спартака называется, где известный памятник Спартаку, да, стоит, то есть Санданский — это земля знаменитого гладиатора, да, Спартака. И там в основном такие вот высотки, девятиэтажки. И мне вот тоже интересно посмотреть, что там, какие там дворики, как они выглядят. Но вот здесь у нас все еще с вами с этой стороны, это идет вот такая частная, можно сказать, часть города. Вот здесь, ребята, вот уже могу сказать, это вот мы дальше от парка отходим, уже чувствуется дым. Вот у меня спрашивали тоже, ну как, дым чувствуется или нет? Где мы ближе к парку, там практически не чувствуется это, а здесь уже вот есть такое, да, немножко. Вот, ну потому что, я вам говорю, здесь более такая сконцентрированная, застроенная часть города, она более вот старая, и сами видите, да, домики какие здесь находятся, поэтому здесь вот уже, видите, печки топятся. Хотя на улице, я говорю, плюс 13, но вот не знаю почему, вроде не холодно, ну хотя мы тоже дом топим сейчас еще, включаем обогреватели. Вот, ну вот немножко виды, видите, они как бы, дома стоят, с улиц достаточно сложно что-то увидеть. Но наверху, с балкончиков домов, очень все хорошо видно. Так, это я просто вот хочу заглянуть немножко в подъезд. Вот сколько там, 4 этажей у нас, как вот выглядит. Такой типичный, скажем, вот подъезд. Так, ну с этой стороны у нас, наверное, подвал. Так, а квартира вот начинается здесь. Тут даже стоят тапочки, порожка. Так, ну вот, просто немножко, да, вот такой подъезд. Лифта нет. Вот видно, что нету лифта. Так, ну он небольшой, правда, сколько там, 4 этажа всего. Мы просто с вами спускаемся, и вот чуток, чтобы видеть, какой подъезд. Так, не знаю,
Это что у нас тут? Где мы сейчас окажемся? Что это за здание какое-то зелененькое? Может, тоже какая-нибудь школа? Или так какое-то здание государственное? Ну вот, опять, что видно было. Ну, видите, это, я не знаю, видно вам или нет, что в основном, да, как бы пожилые люди так сидят. Вот здесь тоже вот долго там ходили, не было ничего из магазинчиков. Вот один из магазинчиков. Так, ну здесь какая-то как кафешка тоже. Вот. Ну вот солнышко, если, наверное, для детей. Или, может, садик какой-то или школа все-таки. Ну мы сейчас вот с вами вот тут, считай, спустимся и, видно, окажемся на, в центре. Вот, не знаю, уже, наверное, это будет не Македония. Скорее всего, вот улица Свободы, проезжая, которая. Ну да, видите, здесь уже вот еще один магазинчик начал. Начали появляться. Это у нас улица, с вами Георгий Казепов. Так, ну вот. Ну вот такой, видите, веселенький. Детская градина, да, наверное, детский сад, это детская градина. Ну вот, в ту сторону уже не пойдем, а пойдем просто вниз. Будем спускаться по прямой вниз. Потому что, ну, я думаю, вы уже поняли, как все выглядит, да, какие домики. Так, ну, ребят, смотрите, вот, судя по вывеске, это какая-то у нас профессиональная гимназия, земеделская, земледелие, наверное. Вот мы с вами спустились сверху, прошлись, да, то есть, вот, смотрите, от базилики мы поднялись вверх, обошли, да, тут райончик немножко, и сейчас мы с вами спускаемся вниз. В принципе, я не так уж и далеко ушла, по сути, сейчас вот уже у нас дом культуры, вот, видите, то есть мы ходили по окрестности с той стороны, обошли с вами вот этот, можно сказать, квартальчик, который находится вверх до дома культуры. Это сам дом культуры. А эта улица у нас Стефан Карчев называется. То есть, а там у нас уже с вами начинается улица Македония. Вот видно с той стороны. Вон там. Сейчас мы туда пойдем, обратно по улице Македонии. Ну и вот в ту сторону у нас уже пойдет немножко другой район. Так, а сейчас мы с вами пойдем здесь. И у нас здесь вот, кстати, как раз мы ходим, платим за интернет и за телевизор. Там варку сейчас будет. Проход есть, вот нужно, здесь же можно подключить. Вот, в принципе, вот так, друзья. То есть мы с вами прошли вот эту всю, вот, всю территорию. Вы увидели, как что там выглядит. Я вот не знаю, мне кажется, стоит ли нам идти с вами вот туда направо, смотреть тоже дома. Если будет интересно, можете написать, посмотрим. Мне вот интересно на ту сторону теперь как бы сходить. Конечно, вот где у нас начинается, отсюда в ту сторону идет дорога к Кауфланду, да, то есть, может, я как-то пройду. Так, вот здесь вот, смотрите, вот туда Вега, это вот где за интернет. И по дороге к Кауфланду, вот, вот я что-то, может, поснимаю, там как раз Спартак, ну, скажем, такой квартал Спартак. Спартака. Я думаю, просто вот эта вся территория до квартала Спартака будет тоже вся типичная, как вот мы уже с вами посмотрели. Поэтому, я думаю, вы уже как бы имеете представление. А вот квартал Спартака и та сторона, вот где у нас как раз, вот мне сказали, я говорю, цыганская община находится, и, естественно, вот там Поленица, вот которая, вот эту мы еще с вами не видели, мне кажется, там будет интересно посмотреть. Вот, ну вот сейчас еще раз подходим опять, да, вот она у нас, поликлиника. Да, улица Свобода, вот эта улица Свобода очень длинная, она тянется до самого въезда в город. Тянется, тянется, и по ней вот можно выйти в Кауфланд. Я говорю, туда мы пойдем, когда в Кауфланд, я покажу. Ну а там вот у нас почта будет рядышком, все рядышком. Вот. И опять же, вот она, улица Македония, туда вниз. Вот мы с вами, в принципе, начали туда, вот там у нас Билла и базар. Вот базар я вам покажу в одном из видео, какой он, что там продает вот именно зимой. Он практически все, что было, все, что сейчас, все, все и было в январе, считайте, практически в декабре. Там вот что-то, райские яблочки вот единственные были в декабре, и больше мандаринок было в январе. Сейчас в феврале вот их чуть поменьше стало. Ну что ж, на этом все, друзья. Если понравилась наша прогулочка и было интересное видео, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами была Жанка из солнечной Болгарии, города Сандански. Всем пока!